Что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена, и прощай, родные учителя, на целую неделю. Это разочарование героя советского кинохита знакомо многим школьникам. Но вскоре, в связи с указом президента, вторая смена в Самаре уйдет в прошлое. Для этого городские власти готовы построить 14 новых школ. Они смогут обеспечить 13 тысяч мест. Как раз столько и нужно, чтобы полностью перейти на одну смену. Эти проекты планировки утверждены, и по ним можно сейчас работать с инвесторами по вопросу механизма проектирования и строительства данных школ. Несмотря на то, что дефицит ученических мест будет восполнен возведением этих школ, по городу они распределятся неравномерно. И потому в таких районах, как Ленинский, Кировский, Советский, эта проблема не решит. В департаменте строительства предлагают зачислять детей в школы соседних районов. Но первый замглавы города Владимир Василенко предлагает другое решение. Исходить из позиции, что идет туда инвестор строить, и пятно должно появляться под либо детский садик, я наговариваю, либо под школу. Потому что точно советский район, дефицит покрытия за счет Красноглинского, наверное, это не совершенно, ну, неправильный подход. В дополнение к тем 14 площадкам, что уже есть, рассматривают сейчас еще три потенциальных места, где можно построить школы. В Кировском районе должны снести ветхое здание, которое сейчас пустует. В Орловом Аврае, где землю под строительство домов получили многодетные семьи, тоже должна появиться школа. И, наконец, в жилом комплексе «Новая Самара» работы начнутся уже в следующем году. За образец взяли школу в Волгаре. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».